аплодисменты, друзья. Это программа «Черное зеркало», которую, как всегда, представляет редакция «Подробности». В студии программы ее ведущий Евгений Киселев. Я приветствую всех, кто здесь собрался. Я буду представлять вас по мере того, как вы будете включаться в разговор. Как всегда, мне помогает ведущий «Подробности» Алексей Лихман. Говорим мы сегодня, конечно же, о годовщине Майдана. И даже не вспоминаем, не столько вспоминаем те события, которые произошли тогда, ровно год назад, когда начался Майдан 21 ноября 2013 года, а все-таки, это даже скорее моя просьба к участникам, давайте постараемся поговорить о том, в какой точке сегодня Украина находится год спустя, политически, экономически, в правовом отношении, в военном отношении, во внешнеполитическом, наконец. Но все же, знаете, я бы хотел единственной присутствующей здесь даме предоставить первое слово. Кристина Бердинских, известнейшая украинская журналистка, которая... В дни Майдана писала такие портретные очерки о волонтерах, о людях, которые выходили на площадь. А сейчас у нее выходит или уже вышла книга «Е-люди». Уже вышла, да? Вот составленная, так я понимаю, на основе этих очерков. А вот скажите, пожалуйста, Кристин, какой ваш любимый герой? Люди все очень разные, но история, которая больше всего меня потрясла, это история девушки Оксаны из Львовской области, ей всего 22 года. Я пыталась с ней встретиться с конца февраля, но у нее не было времени, и наша встреча произошла только в середине марта. И эта девушка волонтер, но занималась она специфическим видом волонтерства. Она, как оказалось, помогала организовывать похороны Небесной Сотни. И речь шла не только о том, что она помогала с документацией, то есть чтобы там родственники с моргами. Она с другими волонтерами доходила до того, что ездила на рынки, покупала одежду для умерших, обувь и даже гробы. И для меня было потрясающе и удивительно, как у человека в 22 года может быть столько внутренней силы и мужества, чтобы этим заниматься на протяжении 3 недель подряд и ничем иным. И когда я ее спросила, почему именно этот вид волонтерства она выбрала после конца февраля, она говорит, что я приехала на Майдан не развлекаться, не танцевать, я приехала, чтобы быть нужной. И после расстрелов она поняла, что она нужна там. И эта история меня действительно очень сильно потрясла. А вот скажите, Кристин, вот прошел год. Вот как вы воспринимаете итоги этого года? Вот ту ситуацию, в которой сейчас страна находится? Мне кажется, за этот год у меня нет никакого сожаления, что начался Майдан. Мне кажется, люди внутренне изменились. Они стали, сами украинцы, сильнее. И на многие вещи смотрят иначе. Они стали более критически относиться к политикам, например, да? Мне кажется, общество стало более требовательным. И я надеюсь, что его не так легко обманывать, как раньше, как до Майдана. А вам не кажется, что вот то, о чем вы говорите, не вполне подтверждается результатами выборов? Все может быть. Я говорю о каком-то личном восприятии. Угу. И я смотрю на людей, мне кажется... До Майдана, к сожалению, многие украинцы, мне кажется, себя даже недолюбливали. После Майдана появилась какая-то вера людей, самих себя, в свои силы и в то, что они что-то могут совершать маленькие дела. И вот, например, то огромное движение волонтерства, которое появилось именно во время Майдана и после него, мне кажется, этот феномен, как бы события ни развивались дальше, это принесло большую пользу для украинского общества, угу. И это просто так не пройдет. Угу. Алексей Мустафин, у вас такое выражение лица, что вы с чем-то не согласны? Почему? Нет? Нет, я согласен. Единственное, что если подводить итоги, понятно, что это исключительно календарная дата, то есть ничего
в данное сегодня не происходит такого, чтобы имело такое судьбоносное значение, как событие годовщины, которое мы отмечаем сегодня. В общем-то, на самом деле, если говорить о состоянии Украины, состоянии общества, то ни одна проблема, которая привела год назад к Майдану, пока не решена на самом деле. Просто за год Украина приобрела опыт. Разве что ассоциацию подписали. Ну, ассоциацию подписали, нет Януковича, и мы воюем. Вот, ну, изменения есть. Но с точки зрения решения общественных проблем, то, что говорилось о реформах, то, что говорилось о движении в Европу и так далее, на самом деле мы находимся, ну, не очень далеко от той точки, где мы находились год назад. А вот теперь к политикам обратимся. У нас Виталий Кличко, мэр Киева. Депутатский мандат сегодня сдал. Да, депутатский мандат сдал, хотя первым номером баллотировался по списку блока Петра Порошенко. И на Майдане тоже был, хотя отношения с Майданом были порой сложными. Так, Виталий? Сегодня, добрый день, студия. Евгений, добрый день. Я впервые у вас здесь нахожусь. Очень приятно. Приходите еще. Интересная студия. Сегодня годовщина Майдана, и сегодня задаются вопросы, как раз говорит, что изменилось, какие итоги, вы такие слова сожаления. Вы знаете, смешанные чувства, но уверен, что те события, которые происходят, они происходят не зря. Изменилось очень многое. Во-первых, изменилось отношение украинцев к власти и власти к своему народу. Сегодня власть не чувствует себя так уверенно, как еще год назад. Да, мы ожидаем намного большего. Да, мы надеемся, что эти изменения произойдут, но очень есть силы, которые заинтересованы и очень боятся успеха Украины после революции гидности. И только лишь в связи с этим связано то, что те события, которые происходят, аннексия Крыма, с этим связаны события, которые происходят на Востоке, с этим связаны те вещи, которые происходят в городе Киеве. 700, ну вот я как киевский глава могу сказать, такая статистика, более за последние полгода более 700 анонимных этих звонков о сообщениях о заминировании вокзалов, аэропортов, общественных зданий, торговых центров, заинтересованы люди, чтобы был страх. А вы выясняете, кто звонит? Или это спецслужбы занимаются? Вопрос. Такого никогда не было. Почему это происходит? Этим занимается спецслужба, это не занимается городская администрация. Но, тем не менее, у меня очень тоже смешанные чувства. Смешанные почему? Горько видеть, я вспоминаю Майдан, горько видеть, что я очень боялся, что люди будут гибнуть. Я вспоминаю те чувства, когда на руках были избитые люди, я не знал, когда мы их доставляли в больницу, выживут они или нет. Руки в крови, люди в крови. Очень горько, когда мы приходили в тюрьмы, залы суда и видели ребят, старика, которому 80 лет, которого судят в том, что он радикал, и что якобы он кидал камни, когда старик говорит, извините, я руку не могу поднять, за что вы меня сюда кинули. Горько, когда я встретил там же парнишку, с которым когда-то 20 лет еще назад начинал заниматься спортом. И с другой стороны, гордость. Гордость за тот дух, я помню, когда собралось сотни тысяч людей, и твердо заявили о своем желании жить в свободной, европейской, современной стране, демократичной стране, демократичной Украине. Гордость за то, что люди не побоялись, несмотря на расстрелы, несмотря на давление милиции, прокуратуры. И гордость за то, что такая волна патриотизма. И сегодня действительно слова, может быть, они пафосно звучат, но многие мосты, здания покрашены в желто-голубые цвета, и многие молодые люди искренне говорят, я горд быть украинцем, гордость за свою страну. И все-таки,
Виталий Владимирович. Виталий Владимирович, все-таки вот то, о чем говорил Алексей Мустафин, вот как вы это себе объясняете, если вы с этим, конечно, согласны, что вот с точки зрения реформ не так уж много изменилось за прошедший год. И, в общем, очень многие говорят о том, что реформы буксуют. Вы знаете, в этом они правы, я не буду оправдываться. Мы были намного решительнее на Майдане, чем сегодня, проводя реформы. Да, действительно, очень большое сопротивление, реформы проходят, и нам хотелось бы, чтобы эти реформы проходили намного быстрее. От этого ждут, украинцы ждут изменения в лучшую сторону, для того, чтобы заработные платы были, для того, чтобы работа была, для того, чтобы была власть прозрачная и отчетная. Я уже говорил, просто складывается такое впечатление, людей, что власть не думает о том, что народ этого ждет, понимаете? Нет. Реформ власть... нет, улучшения жизни нет. Алексей прав. Ну, мы мало чем продвинулись, мало в чем продвинулись за этот год. В этом вы правы. Ожидания намного... Есть вещи, которые сделаны. Я могу отчитываться полностью по тем вещам, которые сделаны в городе Киеве. Но, тем не менее... Несмотря на большие проблемы, не хочу, сейчас очень модно все списывать на войну, на военные действия. Тем не менее, мы делаем публично, делаем то, что власть сегодня отчитывается, власть сегодня прозрачная. По крайней мере, я говорю за киевскую администрацию, мы делаем те вещи, которые всегда были, о которых невозможно было подумать полностью. Открытость – это и самая ключевая задача на сегодняшний день. Стоит перед нами искоренить коррупцию. К большому сожалению, Украина знаменита в Европе как одна из самых коррумпированных стран Европы. Да, говорят, да. Что коррупция никуда не делась. Я бы защитил, кстати, Виталия. Очень популярно на него нападать, ловить его на словах. И вообще создали ему такой образ, что вот он такой выдающийся спортсмен, но вот рядом с ним интеллектуал Яценюк, вот, рядом с ним на Майдане был революционер Тягнибок, а Кличко там просто вот стоял и плечи раздвигал. На самом деле на Майдане у Кличко была одна из самых тяжелых задач, кроме того, что стоять между Беркутом и людьми. Когда были обострения, вот атаки Беркута, когда ситуация висела на волоске, кого направляли в качестве переговорщика к Януковичу? Направляли Кличко. Не знаю, то ли Янукович, у него там в Межигорье был боксерский ринг, и он любил боксеров, и он мог разговаривать с Кличко спокойнее, а с Тягнибоком и с Тягнибоком никак. Но всегда отправляли по Кличко. Ну, потянуть время или еще что-то, это первый момент. А что касается последних действий, я живу там на улице Чапаева, и там есть велодром. И в мае Кличко Виталий приехал туда на встречу. Исторически, между прочим. Приехал туда на встречу с избирателями. Социальная застройка. Опоздал, как типично для всех украинских лет политиков. Они все опаздывают в Украине здесь, да. Вот, за что мы, журналисты, его отчитали. Пришла несколько местных жителей, стали скандировать, что уходи отсюда, нам популисты не нужны. На каждых выборах приходят сюда на велотрек эти люди и обещают нам его изменить. И ты тоже сюда пришел, красавец, вали отсюда, целая семья. Все стали кричать, это провокаторы, не провокаторы. Я провел журналистское расследование, обычная киевская семья, которых уже достали эти популисты на велотреке. И недавно я иду мимо, там автостоянка машин, смотрю, женщины все убирают, мужички какие-то убирают. Я действительно, велотрек возвращают спортсменам, уже там какие-то рисуют схемы реконструкции. Там, конечно, нависает дом, построенный еще несколько лет назад. Не знаю, что с ним будут делать. Но в этом смысле здесь Виталий свое обещание выполнил. Есть только одна проблема. Говорят, что вы окружены людьми Черновецкого, что они пользуются вашей некомпетентностью в хозяйственных делах. И вам как бы вас дурят, и вы это честный человек, мы не сомневаемся в вас, но за вами, вокруг вас стоит банда, ну так условно назовем, бывшего мэра, который вас разводит, и от этого пострадают украинцы. Вы знаете, очень, зайдя в политику, ты сталкиваешься с таким обществом, там, где обязательно тебя должны дискредитировать, ты должен оправдываться. Я никогда не буду оправдываться, я стараюсь всегда быть последовательным. Сказал по велотреку, велотрек мы вернули,
в город, и мы отстроим велотрек, он будет. Я говорил, когда баллотировался в Верховный Совет, что мне, я веду за собой команду, я иду и, придя в Верховный Совет, я остаюсь мэром города Киева, ни в коем случае не подведу киевлян, которые дали мне большой кредит доверия, и я должен реализовать его. Я сложил мандат, я никогда не буду, как вы уже говорили здесь в студии, очень много слухов, по которым нужно оправдываться. Якобы команду Черновецкого Кличко привел с собой. Извините, я боролся всегда против незаконного строительства, против незаконной земли. И всегда говорил, мы должны быть открыты, публичные, прозрачные. Это мы сделали, открытые аукционы полностью в городе Киеве. Открытое правительство, все документы оборот открыты. И на все комиссии, на заседания приглашается пресса, все открыто. Слухи такие распространяются интересные, что якобы вот команду, то, что вы говорите, зоопарк продали, и сейчас на место зоопарка будут что-то застраивать. Ну, какая-то, не продали? Знаете, чушь. Ну, давайте, знаете, я не... Давайте не будем обсуждать это. Зоопарк давайте. Продали мясокомбинат. Затем очень много... Извините, я вас перебью. Просто мне хочется сейчас подключить к разговору, собственно, Майдан. А не можем, да? Извините, мне просто на ухо здесь шепнули наши режиссеры, что уже готова связь с Майданом. Нет, извините, продолжайте, пожалуйста. Поэтому самое ключевое всегда быть последовательным и прозрачным. Делать все честно и открыто. Угу. Я это делаю и на самом деле всегда открыт, готов почитаться за любое действие. А распространяются слухи, что якобы банда кругом. Да, действительно, коррупция есть. И меня просто... Один пример. Вот как можно бороться с коррупцией? Вот все говорят, трубы отопления, там ямы, это, и все приходят с одной и с другой стороны. Я говорю, ребята, один я не сделаю, мы только можем это вместе. Приходит ко мне мой товарищ, говорит, Виталий, у тебя коррупция. С меня требуют деньги за абсолютно легальное решение вопроса. Ты мне должен помочь. Я говорю, слушай, здорово, давай вместе бороться с коррупцией, обращаемся с органы. Мы полностью задокументируем тех людей, кто вымогает, требует деньги. И они должны отвечать по всей строгости закона. Знаете, что он мне говорит? Проще я пришел заплатить. Решить вопрос, а не бороться с кем-то. То есть я должен за него решить ему вопрос, а он мне помогать бороться с коррупцией не хочет. Ну, один человек не сможет этого сделать. Необходимо объединять усилия. Или кто-то говорит, что в подъезде грязно, никто не убирает. Извините, пожалуйста, а кто в этом подъезде мусорил? И в данном случае... И во всех направлениях один человек ничего не сделает. Объединив усилия, только лишь можно получить результат. И это одно из... Давайте поговорим с Майданом. Вот у нас наконец есть связь с нашим корреспондентом Сергеем Кудимовым. Сергей, что там на Майдане происходит? Сергей, слышите меня? Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, гости. Мы сейчас находимся на Майдане. Да, я вас слышу, а вы меня? Да-да, все в порядке. У нас задержка по звуку, как всегда, небольшая. По моим скромным оценкам, подсчетам, сейчас на Майдане Незалежности находится около 5000 человек. Но вы знаете, на самом-то деле здесь побывает, сегодня уже побывало гораздо больше людей. То есть люди подходят, уходят. Стелла, возле стелы непосредственно находится сцена. Выступают активисты, выступают артисты. Вспоминают, как это было, что произошло за этот год. В центре Майдана Незалежности вот с помощью лампадок выложен малый герб Украины, тризуб. И мы сейчас находимся возле Институтской. Здесь тоже очень много людей, очень много цветов. Вы знаете, здесь погибло очень много активистов, герои Небесной Сотни. И вот люди подходят, зажигают свечи и вспоминают. Кто-то не сдерживает эмоции. И рядом со мной сейчас находится один из самых авторитетных социологов Украины, Ирина Бекешкина. Фонд, который она возглавляет, фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева совместно с Киевским международным институтом социологии провели соцопрос специально к годовщине Майдана. Цифры достаточно интересные, и вы можете задать ей интересующие вас вопросы.
Сергей, спасибо большое. И я попрошу вас еще немножечко подождать, потому что, к сожалению, у нас... Мы вас слышим, но не видим. Залит сигнал. Мы вас слышим, но картинка у нас такая, что лучше ее сейчас не показывать. Поэтому давайте через минуту-другую вернемся и продолжим разговор. Извините, пожалуйста, Ирина... Вернемся к разговору о итогах этого социологического опроса. Вот я хотел бы сейчас обратиться к еще нашему одному гостю, Андрею Ильенко. Вот смотрите, Андрей, очень много было разговоров сразу после окончания выборов о том, что на выборах победили партии Майдана. Но смотрите, ведь «Свобода», которая задавала тон на Майдане, вы прошли по одномандатному округу, «Свобода» не прошла. Демократический альянс, который влился в ряды гражданской позиции, не прошел. Правый сектор не прошел. Удар самостоятельно в выборах не участвовал, был внутри блока Петра Порошенко. Батьковщина раскололась. То есть вот в некотором смысле, не кажется ли вам, что это какое-то такое лукавое преувеличение, разговор о том, что там на выборах победили партии Майдан? Вот партии, которые задавали тон, которые были лицом Майдана, в этом парламенте почему-то не представлены. Или вы со мной не согласитесь? Доброго вечора всем. Ну, насправді, якщо ми будемо вивчати історію, то зазвичай так і буває. Ті, хто роблять революцію, вони зазвичай її плодами не користуються. І тут насправді нічого нового немає. Я можу сказати, що по «Свободі», то всі екзит-поли показали, що ми насправді прийшли, і я думаю, що це була певна така консенсус еліт не пустити «Свободу» знову до парламенту. Але я думаю, що навіть ті семеро депутатів, які зараз будуть, в тому числі я, ми будемо нагадувати про те, що «Свобода» нікуди не зникла. І я думаю, що ті, хто не пускав «Свободу», вони насправді про це пожалкують вже на найближчих місцевих виборах. А що стосовно ситуації з Майданом, ви знаєте, скажімо так, сьогодні в парламенті більшість абсолютно отримали партії, які декларують, що вони належать до цінностей Майдану. І сьогодні вони повинні, не гаючи жодного дня, почати реалізовувати програму Майдану. Тому що раніше була відмазка яка, що парламент, в якому сидять регіонали, вони там переформувалися, але все одно у них там більшість, вони не вдають приймати жодного рішення і так далі. Сьогодні партії, які декларують, що вони партії Майдану, і деякі з них дійсно такими є, знаходяться в абсолютній більшості. Конституційній більшості. Тому давайте зразу на першому ж засіданні займемося відміною депутатської або іншої недоторканості, що обіцялося на Майдані. Наприклад, зробимо судову реформу виборних суддів, що обіцялося на Майдані. Створимо нарешті нову виборчу систему з відкритими списками, що обіцялося на Майдані. І багато інших речей. Почнемо боротися, а не договорятися з олігархами, що теж обіцялося на Майдані. І так далі, і тому подібне. І отут насправді і буде цей критерій, і буде чітко зрозуміло, що ми маємо парламент Майдану, чи ми маємо парламент людей, ну, яких, можливо, колись назвуть зрадниками Майдану. І, а якщо ні, то що? Ви знаєте, я хотів би сказати, що от сьогодні я от навіть в Фейсбуці хотів щось написати про оцю річницю, і нічого не міг придумати насправді, мені абсолютно нічого не приходить в голову. Я потім зрозумів насправді, тому що тон, який ну, якби сьогодні є, він трошки не відповідає моєму відчуттю. Ми не говоримо, що це минуле, от всі говорять про минулий час, що це було, це якась ностальгія, згадують ці всі старі фотографії, старі відео, і така дійсно прилив такого спогадів. А насправді, от особисто я так відчуваю, що це не минулий час, це теперішній час. Тому що революція дійсно вона почалась умовно в ті дні. Насправді я вважаю, що там точний день не має значення. Можливо, справжня революція почалась вже після побиття студентів. Неважливо, в ті дні почалося. Але воно не закінчилось, тому що ті цілі, які ставилися, більшість з них не виконана. І відповідно, якщо ми зараз говоримо про те, що це минулий час, це некоректно, це теперішній час. І ці цілі ще треба буде виконати. Якщо ця група політичної еліти, яка сьогодні зайшла, сформувала більшість в парламенті, яка сьогодні прийшла як партія Майдану, вона не виконує ці цілі, а часу лишилося насправді дуже мало, значить буде якась інша група, яка ці цілі буде виконувати. І будуть це вибори, будуть це якісь інші процеси. Сьогодні спрогнозувати важко, але насправді запит суспільства на соціальну і національну справедливість, він нікуди не подівся. Андрій, ви не новий Майдан от зараз предрікаєте? Я не предрікаю. Просто якщо, наприклад, Майдан говорилося про те, що Майдан – це в тому числі боротьба з олігархами,
то сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину. Сьогодні ми бачимо, що ми вернулися в часи, ну, скажімо так, Ющенка і пізнього Кучми, коли насправді вся влада і є олігархи. І сьогодні всі вищі державні чиновники, вони просто змагаються з тим, хто краще з ними домовляється, хто більше оцей консенсус з ними створить. Андрій, а якщо ми говоримо про реально те, що вимагав Майдан, то Майдан вимагав інших речей. І якщо я просто не знаю, чи Андрій, извините, позовіть наших режисерів, ему вдалося зв'язку встановити, ми обов'язково надамо вам слово. Ради Бога, извините, значить, ми вернемо вам слово, як говориться. Вот сейчас есть возможность поговорить с Ириной Бекешкиной. Она действительно большой, очень интересный опрос провела по поводу Майдана на минувшей неделе. Вот скажите, пожалуйста, вы выяснили, что в общей сложности 20% граждан страны участвовало в событиях на Майдане в той или иной форме. Выходили на Майдан, поддерживали Майдан, волонтерствовали. Ну, в той или иной мере, да. Да. Вот скажите, 20%... Выходили на Майдан 5% в Киеве, 6% в других городах и 9%, да. Ирина, вот скажите, пожалуйста, 20% это, как вот сказать, это всего 20% или аж... А целых 20%. Это много или мало? Если посчитать в миллионах человек, то это аж. Революцию вообще никогда не делает большинство населения. Нигде и никогда. А 20% это аж. Ну, а скажите, пожалуйста, вот другая цифра, которая, например, обратила мое внимание на себя. Вот смотрите... В целом по стране почти треть опрошенных считают, что Майдан был государственным переворотом. Вот для меня это была совершенно неожиданная цифра. 31%, по-моему, да? Нет, это совсем... Да, да. Притом, значит, часть из них считает, что это был не просто государственный переворот, а государственный переворот, который совершили, в общем, под руководством западных стран. И в этом смысле особую позицию занимает Донбасс, где большинство уверено, что это был государственный переворот, который совершили под руководством Запада. Это да. Но меня это не удивляет, потому что Майдан не был воспринят большинством, не был воспринят всем населением. Если взять цифры непосредственно во время Майдана, 50% Майдан поддерживали, 40% Майдан не поддерживали. И, в общем-то, я бы сказала, что сейчас количество тех, кто не поддерживает Майдан, даже несколько уменьшилось. То есть получается, что за год не удалось... И неподдержка Майдана... Не удалось убедить людей за год, изменить их представление о мире... Не удалось, потому что поддержка Майдана носит все-таки региональный характер, он абсолютно поддерживается на Западе, и на Западе вообще в события Майдана было вовлечено почти половина населения, поддерживается в центре и не поддерживается в другой половине страны, и это правда. Ирина. Хотя, с другой стороны, 3%, которые принимали участие в событиях Майдана на Донбассе, на юге и на востоке, это тоже немало. Ирина, а еще какие-то настроения общества сегодня, возможно, вас удивили или напугали? Ну, я бы не сказала, что особенно удивили и напугали. Но я думаю, что 16% населения, которые поддерживают мусорную люстрацию, это все-таки довольно много. А если брать среди тех, кто прошел Майдан, то это 33%. То есть, очевидно, политикам есть о чем задуматься. Цифра внушающая, даже пугающая. Ну, что, спасибо, Ирина. Ирина Бекешкина, известный социолог, была у нас в эфире. Мустафа Наем, прошлый журналист, а ныне народный депутат. Вы уже официально получили регистрацию как депутат? Не, микрофона нет. Как микрофона нет? О, держите. Спасибо, еще не получил. Еще не получили. То есть, пока еще кандидат в депутаты. Избранный пока. Избранный кандидат в депутаты. Ну, хорошо. Вы отдышитесь пока. Я хотел к Евгению Комаровскому обратиться, как не только известному врачу, а ведущему популярной медицинской телепередачи, автору многих книг, а
просто как человеку, живущему на Востоке, в Харькове, вот то, о чем говорила Бекешкина, Ирина, вот почему, на ваш взгляд, вот, по-прежнему не удалось переломить общественные настроения? А может быть, все-таки удалось в какой-то мере? Добрый вечер, во-первых. Прежде всего, общественные настроения не могут быть поломаны или переломлены, потому что никто даже пальцем не пытается пошелохнуть, чтобы эти настроения поломать. То есть люди поставили цель перед собой, некую промежуточную, они ее достигли. Достигли, когда вот была озвучена тема о том, что политики стали относиться к людям более уважительно, да, то я вам хочу сказать, что для меня, например, я считаю, что большего позора, чем та кампания, которая была выборная, наша страна не видела. Потому что лозунг... А почему? Я вам объясню. Ну, когда партия идет на выборы, да, и лозунгом является матерное обращение к лидеру соседнего государства, это лозунг партии, понимаете? То есть вся кампания была построена на лозунгах. Никто не опустился до того, чтобы рассказать людям, с чем вы идете на выборы, что вы будете делать, понимаете? Лозунг «Украина переможет» – это не программа. Именно так люди шли к власти. Понимаете? Поэтому, когда вот совершенно справедливо говорят, а вам не кажется, что мы продвинулись немного, да? Вот мне не кажется, что мы вообще продвинулись. Вообще продвинулись. Когда вы же озвучили тему о том, что не кажется ли вам, что политики стали относиться к народу с опаской, да? Так вот, мне действительно кажется. Но опасаться есть кажется. Чего, 16% населения да, хочет политикам... Мне кажется другое, что они относятся к опаской и понимают, что у них меньше времени. И за меньшее время надо больше успеть. Вот это им успеть кажется. Успеть сделать для страны успеть или нажраться? Нет, ребятки, вот пока для страны я не увидел. Извините, пожалуйста. Со страной надо хотя бы разговаривать. Хотя бы рассказать стране цели. Ну вот да, мы все время говорим, война, цель. Какая цель в войне? Когда она кончится? Что является критериями? Люди, с людьми надо разговаривать. Я это знаю точно. И это, как по мне, всем еще аукнется, что мы не можем, вот просто элементарно, вот прошел год, да? Мы вообще на самом деле, вот я вам честно скажу, все понимаем, все, вот все люди, у которых есть вот шевелятся мозги, все, по большому счету, прекрасно понимают, что произошло год назад и что происходит сейчас. Может, вы не можете это произнести, но давайте я вам это произнесу. Хорошо, да? Давайте, с удовольствием смотрите, послушаем. Смотрите, все мы, вот если кто-то из вас был в Европе, да, все мы прекрасно понимаем, что нам до этой Европы еще идти, да, но всем нам туда очень хочется. И по большому счету, жители Украины давным-давно на властителях Украины поставили крест, что вот они могут нас туда привести. И потом мы все услышали, что мы вроде как собираемся в Евросоюз. И у нас у всех появилась надежда, что добрые дядьки из Евросоюза заставят их меньше воровать. То есть мы не можем заставить, эти заставят. Понимаете? И когда они... Потом вдруг выяснилось, что мы уже никуда не идем. То есть уже никуда не идем. Да? Люди вышли возмущенные, потому что они не хотели жить в таких обстоятельствах. И мы назвали это, да, революцией гидности. Да. А на самом деле, что произошло? Вдруг выяснилось, что верхушка страны взяла на себя некие обязательства перед верхушкой соседней страны. И эти страны никогда не были раздельны. И те 22 года независимости, на самом деле это была лапша у нас на ушах. Это мы думали, что мы независимы, но те, кто нами правили, были зависимы всегда и во всем. Понимаете? И фактически на Майдане, на Майдане произошла революция. И после Майдана Украина впервые стала независимой. И вот это и стала точкой отсчета. И люди всей страны хотели, чтобы это была революция независимости. А и она превратилась в олигархическую революцию, когда просто одни олигархи ушли, а другие пришли. И поэтому вся страна сейчас разочарована, понимаете? Потому что мы ждали другого, совершенно другого, других действий, других лиц, понимаете? Другого совершенно, хотя бы уважения к людям. А ведь
Что мне? Я же общаюсь с тысячами людей, и мои, те, кто ко мне общаются, приходят общаться. Они не приходят как к Виталию пожаловаться или сказать: дай. От меня ничего взять невозможно, я на деньгах не сижу, я... но... И зато приходят... ваши советы, извините меня, дорогого стоят. Но! Люди... Реально, я общаюсь с огромным количеством бизнесменов, с людьми, которые общаются с правоохранительных органах. Все говорят, лучше не стало ни на йоту, ни на йоту. Коррупция никуда не делась. Как воруют, так и воровали. Как брали взятки, так и берут. Как требовали, так и требовали. Только теперь стало еще труднее, потому что общее количество денег у людей стало меньше. Добиться правды стало сложнее. Лекарств для детей нет, понимаете, и так далее, и так далее. И мы страна, которая... Мы вообще не обсуждаем детей, вы понимаете? Их вообще нет в стране. Виталий, вам есть что ответить? Вот мне хотелось бы Мустафе Наему дать возможность высказаться. Он во всем виноват и должен за все. Да, он действительно, во-первых, он во всем виноват. Кто не знает, это именно Мустафа Наем в Твиттере. В Твиттере или в Фейсбуке? Какая разница? Бросил клич, кому не слабо выйти на площадь. Выходим, во сколько было время сбора? 22:30. В 22:30. Так что вот теперь вам отвечать. Вы, очевидно, понимая, что вы ответственность за это несете, видимо, поэтому решили пойти в политику. А в чем вопрос? Это вопрос... Я вот поэтому спрашиваю, ли я пошел в политику? Поэтому ли вы пошли в политику, что не чувствовали ответственность за то, что это все началось 21 ноября? Или у вас есть какие-то иные мотивации? Ну, не обязательно идти, если ты чувствуешь ответственность, не обязательно идти в политику. Можно, если оставаться не в политике и работать, делать свою работу. Мне кажется, что у нас есть возможность сейчас, именно пойдя в политику, поменять. Вы говорили про новые лица. Мы надеемся, что будем новыми лицами. Вот этими новыми лицами, на которые вы надеетесь. Вот, собственно, и все. Мустафа, фронт работы этот... Фронт работ насколько большой? Как ты его оцениваешь? Ну, перефразируя, что изменилось за этот год вот твоими глазами? Ты увидел изменения разительные или нет? Где? В обществе? В Украине, в обществе, в экономике, конечно, в политике. Я не считаю, что... Слушайте, ну, мы не можем требовать, чтобы во власти что-то поменялось, если эта власть поменялась только сейчас. Мы только сейчас переизбрали Раду, только сейчас будет новое правительство. Потому что все, что происходило до этих парламентских выборов, это было последствием и войны, в том числе, и того, что у нас вдруг не стало власти. Поэтому пришли те люди, которые пришли. Но правительство сейчас... поменялось еще когда? В конце, да, в конце это апреля, было не... начале это марта? Было... Конечно. Но это было... Извините, кандидатуру Яценюка предложил Янукович еще. Нет, тут вопрос в том, что... Ну, давайте, это мелочи. Суть не в этом. Фронт работ. Поменялось ли что-то? Ну, смотрите, во-первых, поменялось то, что сейчас эта власть, очевидно, впервые, наверное, за все время, за все 20 лет, эта власть и последующие будут бояться людей. То есть ни для кого уже не секрет, что люди в парламенте будут бояться людей вне парламента. Если раньше это было, мы с ними договоримся, мы их купим, там выйдем, что-то скажем, пообещаем и подождем, то сейчас понятно, что это не может произойти. То есть, да? Евгением ты не согласен, который общается с этими же людьми, которые чувствуют, как я правильно понимаю, Евгений, что люди не чувствуют того, что власть их начала бояться. А, простите, а как это можно проверить? Давайте это проверим иначе. У меня есть один способ. Вот давайте не власть в целом, а конкретно. Вот генеральный прокурор боится народа? Очевидно, боится. Я думаю, что именно поэтому, собственно, мы не видим никаких отчетов. Мы видим кадровые назначения, которые не меняются. Мы бы очень хотели услышать генерального прокурора, конечно, что он отчитается, почему не произошло. Но давайте вспомним, что их было два. Да? Это генеральный прокурор 3 месяца. До этого был другой генеральный прокурор, который тоже ушел без отчета. Он тоже боится. Это факт. Другой дело, теперь это стало этот ли лучше страх, от этого это страх нужно теперь конвертировать в конкретные действия. Предыдущий прокурор даже ушел с позором, он на нем пятно. И на Ереме еще нет пятна, а на том прокуроре пятно, что он пришел от свободы, от него ждали резких действий, потому что он пришел со знаменем свободы, не так, как Ерема, а пришел с высоким знаменем партии Майдана, а ничего не сделал. И ушел с скандалами. Его то видели его с женой в одном магазине дорогом, то в другом. Вокруг него создалась такая атмосфера не очень хорошая. Поэтому... Знаю эту лицо пытать. Ну, я хотел все-таки закончить. Можно? Не, ну я секунду. Прозвучала сила тирада, я так разумею. Я просто маю відповісти.
Я не хочу бути адвокатом Махніцького зараз, так? І Махніцький, він після того, як зупинив своє членство в «Свободі», коли став генпрокурором, його членство в партії не відновлене. Але давайте ми не будемо опускатися до рівня розмов, що його десь бачили в якомусь ресторані і так далі. Нічого не зробив. Пояснюю. Да. Кримінальних справ Махніцький відкрив більше тисячі по всім фактам, які стосувалися корупції, подій на Майдані і так далі. Ви знаєте, що зараз ці кримінальні справи закриваються? Ви знаєте, що це робить не Махніцький зараз? Ви знаєте, що за 3 місяці важко привести справу від початку, від нуля, до суда, і щоб в суді був вирок? Ви знаєте, що прокурор взагалі нікого не саджає, саджає суд. А суди у нас, ви знаєте, якби не зовсім змінилися. Чи ви вважаєте, що у нас зараз судова система працює? Давайте от вас поставили би генеральним прокурором. Я думаю, може, не знаю, давайте там, де вас бачили, які були ресторани. Давайте все ж не будемо ходити від головної теми і міряти з генпрокурором. Що людина могла зробити, і очевидно, що може бути претензія. У нас ні одного здесь, ні второго. Ця дискусія не має права жити. Я попрошу Мустафу продовжити. Давайте будемо слово Мустафі. Якщо ви хотіли, без предела, щоб без суда і слідства просто були розправи, то ви були би перший, який би кричав: «Свобода робить безпреділ», би судає слідство, починає кидати ідеї. Андрій, от ви заговорили об уваженні, давайте будемо уважати. Я один момент розкажу. Тих, хто здесь собрався. Андрій. Ну, прозвучала тирада бруду в бік свободи. Ви вже защитили. Ви вже защитили. Ви захитили Махніцького, ви молодець. 30 секунд. Не в сторону по свободу, а в сторону конкретного прокурора. Ви знаєте, що було, коли саме Генеральна прокуратура в результаті дій Генеральної прокуратури був заарештований Добкін. Вам ви хочете знати взагалі, розкажи, як сталося так, що його відпустили? Розкажи. Яка була істерика шалена тоді? Що «Свобода» робить? «Свобода» робить розкол України. Зараз Харківська область відійде разом з Донецьком. І так далі. І що в результаті саме цих дій суд, не Махніцький, а суд, відпустив Добкіна. Все, і зараз його ніхто туди не збирається. Спасибо, ми поняли. Прекрасний пример. Мустафа, ближе к темі нашому розговору. Спасибо большое. По поводу страха. Этот страх теперь нужно конвертировать в реальные действия. Для этого внутри парламента должно быть лобби этих интересов, о котором мы говорим вне парламента. Если есть что-то в обществе, и общество хочет этого добиваться, вот тут надо делать не Майдан, надо идти к Верховной Раде. Мы закон про люстрацию приняли. Это факт, это сделала та Рада еще. В этой Раде больше людей. Да, этот закон несовершенен, да, его, возможно, надо менять, но этот закон случился. Антикоррупционное бюро мы приняли. Но это же факт, опять, это тот парламент, который принимал законы 16 числа, он же принял это. Опять же, это не заслуга политиков, заслуга людей, которые вне парламента заставили. Теперь есть люди, которые из-под стен парламента вошли внутрь. И они там будут добиваться этого. Давайте ждать. Я не хочу ничего обещать. Давайте посмотрим, как это будет превращаться. Но я вас прошу об одном. У нас есть два выхода. Первый – кричать, что ничего невозможно, что на всех поставили крест, что все плохо, что парламент не с народом, что у нас все валится к черту, ничего не будет. Я так делал 10 лет. Если вы журналист, вы имеете право это делать. Критикуйте, пожалуйста, говорите. Но тогда несите ответственность за это. Потому что в противном случае, когда эти люди добьются чего-то, без вас, у меня будет вопрос, а где были вы? Почему вы не поддержали? Создавайте общественные инициативы. У вас есть инициатива? Приходите к нам. Возьмите мой мобильный телефон, тех других депутатов. Предложите свой законопроект. Это тоже, Мустафа, ты, пожалуйста, не передергивай. Это неправда. Мы это с тобой проходили. Когда мы договорили Януковича, то нам тоже говорили. Павел Григорьевич, дайте договорить. У нас есть конкретные результаты. Давайте не перекручивать. Есть реанимационный пакет реформ, который предложил конкретные предложения впервые в историю, и они вошли в коалиционное соглашение. Я лично предлагал, я лично сделал, и мы лично добивались. Я никогда не верил, что это возможно. Но мы сидели с теми политиками, которым мы не верили, и мы добились. Туда вошли по медиа, туда пошли по коррупции, по обороне. Все это разработалось не политиками, а общественными инициативами. И я думаю, что мы будем добиваться это делать. Но то, о чем вы говорите, когда случилось это с Добкиным, когда у нас прокуратура так работает, почему вы внутри не возмущались? Почему это замалчивалось? Я еще раз, я не обвиняю вас. Мустафа. Я не говорю, что вы виноваты. Нет. Сейчас будет вопрос Виталию Кличко. Люди, которые будут вставать и говорить: Андрей, ребята, это неправильно. И в зародыш, а не потом говорить: вы знаете, так получилось, что вот да, мы там что-то так не да, то не случилось, и вот кого-то... Нет, случилось, встаем, выходим... Андрей, я обещаю, у вас будет время ответить, но вы ответите после Виталия Кличка, которого мы должны отпустить. Виталий, вы послушали уважаемого доктора Комаровского, Павла Шеремета, Мустафу Наема. С кем вы согласны, а с кем нет?
Знаете, очень легко, легкая позиция говорить все, что плохо. Вот это не так. Но очень сложно сейчас сказать, что все хорошо. Я одно могу сказать. Да, ситуация непростая. Но просто жаловаться, сидеть и быть таким экспертом, рассказывая, что нужно делать, как нужно делать, но при этом ничего не делая, это пассивная позиция, и на самом деле ничего не изменится. Если человек решил, видит проблемы и решил эти проблемы изменить, ему необходимо непосредственно бороться за это. Я сегодня приводил несколько примеров, где необходимо лично участвовать. Есть ожидание очень большое, что изменится у нас в подъезде, у нас во дворе, у нас в районе, у нас в городе. Но рассказывая то, что необходимо сделать, и со стороны наблюдая, вот так вот не делают, ничего не поменяется. Приходят люди, говорят, у вас в подъезде грязно, никто не убирает. Ну, извините, пожалуйста, но Кличко должен прийти и убирать не в подъезде, а кто в этом подъезде мусорил? Ну, я как к примеру. Если человек, который пример я приводил, говорит, коррупция у нас есть, говоришь ему, давай бороться вместе, говорит, я хочу решить вопросы. Пассивная позиция не проходит. Я Мустафу прекрасно понимаю. И вот сейчас мы разговаривали очень много. С одной стороны, находишься вне политики. Вот мы чем мы схожи. Я никогда политиком не был. Я пришел из спорта. Я не профессиональный политик. В политику. И вижу, как идет... Ну, ты совершенно по-другому начинаешь смотреть на вещи. Когда ты находишься внутри, и ты начинаешь бороться от этих вещей. Мы разговаривали... Насколько в отношении к тебе, когда ты находишься вне политики и когда ты пришел в политику, точно так же меняется. Это ответственность. Нужно брать на себя ответственность, не бояться брать эту ответственность и делать все. Извините, сейчас реклама. Не быть безразличным, брать на себя ответственность. Ставим точку, и делать все для того, чтобы изменения произошли. Спасибо. Очень скоро. Спасибо. Продолжим в следующем часе. «Черное зеркало», наше еженедельное политическое ток-шоу. Мы продолжаем его в студии программы «Гости», которых я буду опять-таки представлять по мере того, как они будут подключаться к нашему разговору. Здесь произошли некоторые замены. Виталий Кличко нас покинул, зато появился здесь Иван Крулько. Доброго вечера. «Батьковщины». Еще не имел возможности высказаться, вот так и сидящий там молча, Роман Зварыч. Вот скажите, пожалуйста, тут уже звучали разного рода очень жесткие подчас инвективы, в том числе в адрес судебной системы. У меня такое, может быть, не только у меня сложилось ощущение, что вот сейчас уголовные дела, которые не расследуются, обвинения, которые не поддерживаются и так далее и тому подобное, упирается в то, что никак не удается перестроить судебную власть. Это так? Пане Евгений, мене більше турбує не кількість відкритих проваджень, а кількість і дуже мала кількість якраз обвинувальних актів, тобто звинувачень, які висловлює прокуратура конкретним особам. Що свідчить про те, що якраз розслідування, якщо воно відбувається, воно затягується. Я би хотів нагадати, що ми живемо за новим кримінальним процесуальним кодексом. Умисно затягується, чи просто так вийшло? Ну, я не знаю, чи це навмисно робиться, чи відсутність професіоналізму в роботі прокурорів. Ми ще досі не маємо нового закону про прокуратуру. Він обов'язково потрібен, знову ж таки, в контексті нового КПК. Ми прийняли, дійсно, прийняли нове законодавство, створили новий орган, який з січня місяця буде працювати. Це по боротьбі з корупцією. І там передбачені навіть спеціальні прокурори, які повинні працювати в цій системі. Але десь тут система боксує. Тут, я думаю, що це є вочевидь зрозуміле. І я думаю, що... замало Мустафа говорити про те, що ми можемо зараз ставити такі вимоги і що прокурор не хоче звітувати. Прокуратура не виконує, не виповнює ті
надії, які мав Майдан. Тобто по нинішній день ми ще досі не знаємо, що відбувалося. Для прикладу, я вже не кажу, там 21 чи 2 січня, чи в лютому місяці, а те, що відбулося в ніч 29 листопада. Це можна легко встановити коло осіб, які приймали участь у цьому розбою, який мав місце тоді на Майдані, коли наших студентів, наших дітей били. Чому досі ці люди не притягнені до відповідальності? І на це я не знаю, яка може бути. Дозвольте я ще одне тільки скажу, пане Євгене. Прийнятий новий закон про люстрацію в судовій системі. Знову ж таки, цей закон на рівні судової влади боксує. Ми ще досі маємо дуже багато старих суддів, які приймали вочевидь незаконні рішення, які задіяні були в різних схемах. Я не хочу називати конкретних осіб. Є конкретні сподівання, є дуже великі сподівання, які Майдан висловлював, який народ висловлює постійно. По цій лінії жодного очищення судової влади досі не відбулося. І поки це не відбудеться, я думаю, що над владою, незалежно від того, що дійсно прийшли дуже багато молодих облич, я цим тільки радію, але над ними тепер буде ця відповідальність лежати, чи вони зможуть дати відповідь, і вона повинна бути швидка відповідь, бо те, що Майдан, Христина тут абсолютно права, народ навчився вимагати. Це раз, і народ зараз обманути буде неможливо. Тому дуже маленьке, дуже вузьке вікно можливостей для нової влади, щоб вони показали, що вони можуть зробити. Іван Крулько, ви хотіли щось сказати? Іван Крулько, депутат тепер. Или там без 5 минут, скажімо, депутат від партії «Батьківщина». Слава Україні! Я вам слава. Сьогодні дійсно для нас дуже такий визначний день, початок Революції Гідності. І в тому, як змінилося суспільство, дуже чітко можна було сьогодні побачити, вранці навіть, коли на Інститутській ми прийшли вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Там були представники влади, була вся влада на чолі з президентом України. І знаєте, от ті люди, які там були, це здебільшого матері, батьки тих хлопців, які загинули, які є героями Небесної Сотні. І вони зустріли президента не оплесками, на жаль, а зустріли дуже неприємними словами. Ігор, давайте сразу уточнимо, що зустріли не тільки президента, а просто президент сказати, к ним вийшов. А чому це трапилося? Туди збіжали. А чому це трапилося? Будемо відкровенні. Так. І тому що насправді були на зустрічі з Порошенком. Це правда. Так само вони були на зустрічі в серпні, але дайте я договорю просто тезу. А проблема була в чому? В тому, що до сьогоднішнього дня ті герої Небесної Сотні в Україні після майданівській, після революції не пошановані належним чином. Вони не є героями України, якими по праву мали би стати посмертно. Уже несколько часов, як є. Ви теж це прекрасно знаєте, Порошенко підписався відповідний указ. І от дійсно, якраз як реакція президента була дуже швидка, він повернувся до людей і сказав їм, що буде підписаний указ про те, що ці люди отримають почесне і заслужене звання Героїв України посмертно. І це, знаєте, дуже добрий індикатор того, як змінилося суспільство. Люди зараз не бояться влади і вимагають від них дуже чітких, конкретних змін і відповідальності за те, що вони роблять. Я впевнений в тому, що дійсно Майдан змінить Україну. Безперечно, я згоден з тим, що в Україні неподолана корупція, і це мусить робити уже новий уряд, хоча можна було це робити вже зараз. Бо дійсно люди, коли стикаються з державною машиною, вони бачать, що все залишилося, як було, практично. Що хіба в нас суди стали іншими? Ні. Вони так само все роблять не в інтересах людей, а по замовленнях дуже часто. І я, знаєте, дуже хотів би вірити, що насправді те, що написано в коаліційній угоді, і та угода сьогодні якраз в день початку Революції Гідності була підписана лідерами 5 фракцій, які утворюють коаліцію, що це буде реалізоване. А для цього потрібна політична воля. А ви удовлетворені, Іван, простите, я хочу вас перебити, щоб не в режимі монологу у нас було, все-таки, а в режимі діалогу, в тому числі і со всеми здесь присутствующими, может быть, у кого-то есть другие мнения. Вот коалиционное соглашение, да, которое
которого так ждали, о котором так много говорили, оно вас удовлетворяет? Оно вам нравится? Мені подобається багато, що є в цій коаліційній угоді. І я впевнений, що якщо буде політична воля, головне на її реалізацію, то Україна буде трансформуватися і реформуватися дуже швидко. І мене дуже задовольняє те, що ті пропозиції, дуже важливі, які Батьківщина до цієї коаліційної угоди пропонувала, вони стали частиною цієї угоди. Це питання стосовно членства України в НАТО. І, до речі, це питання, до мого здивування, стало дуже гострим уже в останній практично день погодження коаліційної угоди. Але все-таки воно там є. Питання стосовно продажу земель сільськогосподарського призначення. Це теж враховано в коаліційній угоді. Питання щодо скасування недоторканності усіх, і депутатів, і суддів, воно також є в цій коаліційній угоді. І, безперечно, в цьому контексті треба сказати, що ця коаліційна угода є набагато кращою, ніж усі, які були до цього попередні. І дуже важливо, що в цій коаліційній угоді конкретні строки реалізації тої чи іншої реформи. Пане... Ось зараз суспільство і ми зможемо це контролювати. Яким чином ця коаліційна угода буде виконуватись на практиці? Мені сподобалося і в зараз виступаючого, і в Мустафи, такий відсил, слово, якщо буде політична воля, знаєте? Питання в тому, що усі політики, які зараз прийшли до Верховної Ради, які є в уряді, президенту і так далі, вони мають розуміти, що питання не в тому, не треба ображатися, що ви можете нам не вірити, так? Це питання не віри чи не віри, це питання вашого політичного виживання. Розумієте? Одна з головних причин, чому трапився Майдан рік тому, це те, куди завів Україну Янукович з його політикою. Коли теж говорили про реформи, 21 реформа, якщо пам'ятаєте. Олексію, повірте, що у нас з Мустафою політична воля на це є, і ми будемо цього домагатися в парламенті. Давайте спросимо о том, що буде, якщо не буде вот этой політичної волі, у тих, хто год назад стояв на Майдані, благодаря кому ми сьогодні можемо говорити о першій годовщині. Вот здесь у нас і Олег Барна, кстати, теж кандидат народні депутати, Володя Парасюк, у нас є і Іван Сідор, Звонар Михайлович Комнаря. З кого почнемо? Давайте, Олег, давайте. Да, Олег. Сидите. Бажаю всім здоров'я. Знаєте, правду кажуть, революцію творять патріоти, а її плодами користуються негідники. Коли ми говоримо про політичну волю, чи зроблять, знаєте, я дуже переживаю, щоб молоді політики, які війшли в Верховну Раду, не стали маріонетками старих своїх клоунів партійних. Ось. А треба зробити навпаки. Другий момент. Жодна вимога з Майдану не виконана. Тобто корупція не поздолана, як було, так і є. Далі. Влада не від народу, в тому числі оголошена Майданом. Ви хотіли щось змінити? Шановні, коли ви при владі ставите голів адміністрації перший запис в книжці трудовій, голова адміністрації в 30 років, чи коли в державі військовий стан, ви ставите, вибачте, комісованих неповноцінних людей, що були, втікли від армії? І вони зараз такі посади займають на рівні району області. Ви хочете, щоб в державі щось було добре? Чи змінили щось, наприклад, в прокуратурі? Де реформа правоохоронної системи, якщо прокурори ті самі, що були за Януковича? В районах, принаймні. От де джерело корупції, саме органи прокуратури. Ну, а далі говорити про освіту, студенти. Беруть взятки, викладачі. Перестали? Сумніваюсь. Але будемо говорити про це інакше. Значить, тепер будемо трохи інакше говорити. Значить, знаєте, коли виходить великий політик і говорить, це уряд камікадзе, який має знищити, перевернути все до ринку. Ну, завдання камікадзе яке? Направити свій літак для знищення ворожої цілі ціною власного життя, яке він присвячує вітчизні, так? Ну, сталося так, що корупцію не знищили, жодну вимогу в Майдану не знищили, в тому числі розслідування кримінальних справ про вбивство на Майдані теж не виявили, але при цьому ті камікадзе навіть пальчика собі не зламали, а набили кишені. Може, тоді давайте йдемо на другий закон самурая. Самурая, який полягає в тому, що, ну, пора вже собі, як то кажуть, кулю в лоб, то в лоб, так? А відносно цього цирку, що було коло сьогодні покладання вінків, знаєте, мені нагадують цю притчу, не притчу, а цей факт, як в Кремлі, коли Путін був прем'єр-міністром, Юлія Володимирівна коло нього стояла, і Путін дозволяв собі там хаяти нашого президента, а вона усміхалася.
Сьогодні було те саме подібне, коли жінка, яка за спиною почала кричати непристойності, скажімо, від цього, щодо нашого президента. А потім Юлія Володимирівна підійшла, ну, пожала їй руку, чи як там, я не знаю. Ну, це дуже мені неприємно з цього приводу. Якщо ви там були, то ви могли побачити, що насправді... І тепер на остаток, шановні. Ну, я просто хочу сказати, щоб ви не видавали бажане за дійсне. А тепер на остаток. Послухайте. Тому що насправді... Насправді, там відбулося те, що відбулося. І це були не випадкові люди, які там стояли. Значить, щоб ви знали кращою ціною для цих хлопців, які є. Яких треба було пошанувати. І треба було їм виплатити обіцяну допомогу у зв'язку з тим, що вони втратили своїх готувальників або своїх дітей. Давайте я докажу, ви ж свої сказали. І робили тут партія «Батьківщина». Значить так, не путрі людям мозги. Бо кращої пам'яті для цих померших героїв мало бути те, така Україна, за яку вони пролили кров, а не ті копійки, які тут будуть. І на остаток. Значить, так, щоб ви просто зрозуміли наступне. Це я вам кажу, які учасні, крім того АТО. Наш народ беззахисний і беззбройний, що на кулі. Зараз кожного є бронежилет 5-го, 6-го ступеня захисту, 4-го. Повірте, і звідти ми привезли зброю. Якщо ви ще не зрозуміли, що народ терпіти чекати не буде, то ви дійсно просто ті політики або дебіли, або ненормальні люди. Слава Україні! Мустафа. А в мене до вас одне питання, можна? Прошу. А ви депутат від якої політичної сили? Я мажоритарник від блоку партії Петра Порошенка, яка мене підтримує. Крім того, Конгрес Український Націоналістів. Дуже важливий момент, дивіться. І вам, вибачте, ви знаєте, ми вже в одній коаліції. Так це правда? Більше того. Дивує, коли йдуть абсолютно такі необґрунтовані якісь нападки, які не мають під собою жодного обґрунтування. Коли ми кажемо, що якщо буде політична воля, то ми в цей час... Говоримо, що в нас її немає, або в когось вона має бути. Давайте от всю вашу енергію, яка у вас є, давайте разом зробимо так, щоб нам не прийшлося виходити з бронежилетами. Я вас не перебував. Вибачте, подивіться. Мустафа, я тоді тебе переб'ю. Тоді чого ви ховаєтеся за закритими дверима, коли мовляється про коаліцію? Ми не ховаємося. Ви ховалися, ні. Мустафа. Чому ви не ви мені ставили питання, коли я вів коаліційний, коли я вів коаліційний переговори. Журналісти мені ставили питання, яке я тепер уже на віддалі вже 7 років, послухайте, 9 років. Того, ставлю вам. Ви закрилися за закритими дверима і про щось там говорите. Народ не знає, про що ви говорите. Чого послухайте, так? Будь ласка. Це вже є помилка. Послухайте, будь ласка. Ми ще досі не знаємо, як ви будете розподіляти портфель. Пане, я з вами не погоджуюсь. Перше. З першого ж дня, як з'явились коаліційні переговори, коаліційна угода в повному обсязі була викладена в інтернет. Це вперше в житті. Почекайте. Ми говоримо про білий чорний. Ви виставили претензію, я вам кажу відповідь. Після кожних раундів переговорів публічно викладалась угода. Більше того, ця угода обговорювалася експертами. Будь-який експерт, який вважав, що він може дати додатки, я це знаю 100%, тому що це я робив. Нам передавали ці пропозиції, ми приходили на групу і казали, дивіться, економісти кажуть, що це неправильно. І ми жорстко стояли, і це входило. Але зараз, і я з вами погоджуюсь, що якась частина була закритою, тому що це переговори. Але результати цих переговорів, вони публічні. І там немає жодного пункту, який прийнятий, знаєте, під ковдрою, або тому, що політики захотіли. Там все експертно доведено, що це можливо. І я кажу, що всю цю енергію, яка в вас є, в мене є, набагато простіше дійсно вийти завтра під Верховну Раду, і вам, і мені простіше там підпалити шини і чекати, коли вони приймуть Мустафа, закон. Набагато важче, там всередині ти говориш про прозрачність, якщо все так прозрачно, скажи чесно, портфелі вже розділили. Навколо себе, я зараз скажу, набагато важче там буде об'єднати навколо себе ініціативи, які змусять їх зробити це. Політики не змінились, вони ті самі. Але ми маємо змінитись. Не шини палити, а реально там змусити. А ось коли не вийде, вийдемо разом з шинами. Разом з вами вийдемо з шинами, якщо там не вийде. Але зараз, вибачте, якщо ви в цій силі, мені здається, щоб вас для того і направляли. Мене для цього направляли. Щоб ми там всередині щось робили. Я до цього вас закликаю. Угу. Я вопрос задаю. Мустафа. Мустафа. Про портфелі. Про портфелі. Це, власне, можливо і потрібно робити, але при одній умові. Старі політики, які перейшли в Верховну Раду,
зараз знов під новими гаслами, вони не повинні прийти, визнати свої помилки і покаятися. Якщо не буде цього покаяття, ніякого цього не буде. Що, про що ми говоримо? І другий момент. Знаєте, скільки би ви написали коаліції, там достатньо двох основних пунктів. Більше не потрібно. Перше, приймаєте за присягу служити народу і Україні, і це святе. Другий пункт, за невиконання оцеї присяги, напалю або публічне лінчування. І буде спосіб. Мустафа, все-таки давайте моєму вопросу. Я би хотів, знаєте, тільки одне сказати, що давайте трошки дорослішати. Ми можемо продавати себе як чесних хлопців, і це правильно. Ми всі чесні. Але трошки треба йти тепер далі. Мустафа, ми хотіли відкритості, портфелі. Треба щось інше робити. Щодо портфелів. В нас є пропозиція робити це відверто і відкрито. У всій коаліції. Щоб кожна політична сила запропонувала свій пакет. І щоб ми разом всією коаліцією обговорювали ці питання і вийшли з єдиним пакетом цих портфелів. Це нормальна історія, чому ні? Зараз, на даний момент, я не знаю і ніхто не знає, хто де буде на якій посаді. А я знаю, є таких міністрів, яким вже обіцяли сохранення посади. Мустафа, минуточку внимания. Знаєте, от в стародавні времена, коли єдиним істочником інформації для граждан бывшего Советского Союза, в том числе и для украинцев, были так называемые радиоголоса. Значит, вот шутка такая ходила, есть обычай, да, ночью слушать BBC. Самая знаменитая передача BBC называлась «Глядя из Лондона». Вот сейчас у нас в Лондоне, в студии BBC, философ, политолог Владимир Пастухов. Человек, который родился в Киеве, первую половину жизни прожил в Киеве, окончил Киевский государственный университет, Национальный университет имени Шевченко, который сейчас называется. Он человек неравнодушный к своей родине, хотя и живет в Великобритании, работает в Оксфордском университете. Он написал книгу, которая недавно вышла, о Майдане. Сборник своих дневниковых заметок, я бы так сказал. Владимир, вот вы в этой книге, в частности, писали вещи, которые, ну, наверное, многим не понравятся и даже вызовет ожесточенные споры. Вы писали о том, что украинцы обладают более высоким уровнем самоуважения и политической стабильности, чем многие другие постсоветские страны и народы, да? Но в то же время им очень трудно удается стабилизировать власть, в том числе без участия каких-то внешних сил. Вот как сейчас в Киеве шутят: «Байден приде, порядок наведе». И высказываете совсем уже крамольную по нынешним временам мысль о том, чтобы Украина состоялась как по-настоящему независимое государство, она должна изжить в себе Майдан. Вот вечный двигатель украинской революции является также и главным врагом украинской государственности. Вы это написали в марте этого года. Вот прошло полгода. Вы по-прежнему так думаете? Здравствуйте, Евгений. Спасибо за приглашение. Ну, я начну с того, что как бы критично я не относился к тому, что происходило на Украине и к тому, что происходит на Украине сегодня. В целом, мои симпатии полностью на стороне украинского народа в сегодняшней непростой для него ситуации. Потому что, когда мы видим, как хулиган Верзила бьет подростка в подворотне, то мы сначала отбиваем подростка, а потом спрашиваем этого подростка, какие оценки у него были в дневнике за прошлую неделю. Поэтому сегодня задача стоит в том, чтобы отбиться от хулигана и потом уже спрашивать, что подросток делал во дворе в 11 часов вечера с сигаретой. В том, что касается Майдана, проблема все время состоит в том, что я очень боюсь, что эта революция больше похожа не на оранжевую, а скорее на попкорновую революцию. И в то время как 10% населения каким-то образом участвует в тяжелой войне, 10% населения
продолжает воровать, как будто бы ничего не происходило. Огромная часть оставшаяся уселась у экранов телевизоров и то ли кричит о то, то ли кричит о ту, и наблюдает за всем происходящим, периодически думая о том, что они вот-вот снова выйдут на площадь для того, чтобы через площадь поправить власть. А дело не во власти, дело в самом народе. И это ключевая проблема. Та революция, которая случилась год назад, с моей точки зрения, очень сильно не похожа на ту революцию, которая была в Киеве в 2004 году. Если в 2004 году мы могли говорить о антикоррупционной революции, то год назад это была революция поруганной национальной мечты. То есть, понимаете, там этот антикоррупционный момент, он вроде бы присутствовал, на самом деле он не был драйвером. И если бы не та пощечина, которую получила Украина вот в этой своей мечте уйти в Европу, то я не уверен, что Майдан бы год назад состоялся только потому, что власть, что народ отвергал ту власть, которую он имел. Но проблема, с моей точки зрения, не в... И в этом смысле эта революция, конечно, является величайшим достижением, потому что это действительно показало высокий уровень самоуважения народа, и этим можно гордиться. Но есть одна проблема с этой украинской мечтой, и, как ни странно, она не очень сильно отличается от русской мечты, хотя многим кажется, что она ей противоположна, потому что масса русского народа хочет сохранить свою цивилизацию, ничего для этого не делая. А масса украинского народа хочет примкнуть к европейской цивилизации, тоже ничего для этого не делая. Понимаете, не важна цель, важен способ. В конечном счете Майдан не может быть заменой стремления изменить себя. Это то, что меня волнует. Ну что ж. Вопрос? Да. Я хотела... Кристина Бердинская хочет что-то вам сказать или спросить, Владимир. Отреагировать, что я хочу вспомнить, что было в конце прошлого года. Мы катились в пропасть с какой-то, с такой невероятной скоростью. Все журналисты знают, что коррупционное расследование было проводить очень легко, потому что коррупция была на поверхности, общество уже на это не реагировало. Украинские СМИ покупались олигархами, либо закрывались, да, и многие там уходили в интернет. И вы говорите, вот что точка надрыва стала, это наше расставание с европейской мечтой. Да нет, точкой надрыва стало, когда избили студентов. Люди поняли, что просто уже невозможно терпеть. Ну, нельзя закрывать глаза, когда в центре Киева избивают детей, и нужно менять. То есть есть какой-то болевой порог, который невозможно терпеть. Но первый раз все-таки 100-тысячная толпа вышла на Майдан в первое воскресенье после... Это правда, вот это из-за совокупности тех факторов, еще которых... до того, как случилось избиение. Да, правда? Но это, да, я же говорю, это совокупность тех факторов, скорость, я же говорю, которой мы летели в пропасть. Но я не считаю, что люди должны себя как-то менять, чтобы переваривать вот эту точку кипения. И если все катится, извиняюсь за выражение, ко всем чертям, то просто терпеть. Нет, нужно, если система не меняется, нужно помогать ей меняться. Конечно, никто не делал. Вот, никто не делает революции. Никто не делает революции ради революции. Конечно, у Майдана должен быть какой-то результат. И мы и неправильно, что мы разделили нашу дискуссию на тех, кто говорит, ничего не поменялось, все ужасно, и тех, кто говорит, что нет, все хорошо, и мы продолжаем реформы. Очень многое изменилось. В парламенте на порядок меньше негодяев, чем было до этого. Журналисты работают свободно, и никто не боится, как год назад, что нас либо арестуют, либо депортируют. В правительстве есть там толковые люди, а не только воры. И не было армии, а у нас теперь есть и герои, и есть целые подразделения, которые противостоят серьезному противнику. Но... Знаете почему? Вот мы нападаем на тебя, Мустафа, да, а ты защищаешься. Потому что
знаешь, это такой момент для нас, для журналистов. Мы поняли, что вот мы расстаемся с героями. Во время Майдана все на Майдане были герои. Все на Майдане. Очень многих мы не знаем. Очень многих, потому что мы фотографировали, записывали имена, а через несколько часов происходило новое событие и смывало этот сюжет, потому что новый сюжет нужно было рассказывать. И теперь, но теперь вы не все герои, кто вышли с Майдана. Теперь уже героический реол распадается, потому что уже есть депутаты, есть министры. Теперь уже наступила другая историческая эпоха. И поэтому мы спрашиваем, вот вы сидите вдвоем. Подождите секундочку. Почему вы сидите в камуфляже? Ради бога, дайте мне закончить разговор с Лондоном, потому что осталось буквально там две минуты спутника. А потом поговорим... Нет, вы были в АТО, вы были, но вы же вернулись, вы же уже депутат. Давайте мы договоримся с Владимиром. Еще один вопрос Владимиру Пастухову. Я напомню, что сотрудник Оксфордского университета Владимир Пастухов у нас на связи. И последнее, что я вас хотел спросить. Мне лично там показался очень такой яркий у вас образ. Вы говорите о юго-востоке Украины, вот, который сейчас находится под контролем пророссийских вооруженных сепаратистов, террористами их еще называют, сейчас не будем, так сказать, спорить вокруг объединения. Очень коротко, вот вы сравнили возможную судьбу этого края с судьбой Палестины. Не могли бы эту мысль развить, пожалуйста? Вы знаете, я отреагирую на то, что я сейчас услышал, и постараюсь телеграфировать. У нас минута, извините. Первое. Я считаю, что Украине надо научиться жить, забыв временно о Донбассе. Это тяжело, это страшно тяжело, это рано. Но война и цели Майдана несовместимы. Война может быть выиграна только как тотальная война, а тотальная война не приведет Украину в Европу. Понимаете, нужно, как в науке, умеют иногда забывать о той проблеме, у которой нет решения, возвращается к ней на новом историческом этапе. Сегодня главный враг Украины, он внутри себя, и построите нормальную Украину без этих разборок портфелей, придет к вам и Донецк, и Крым. Не построите, эта война будет вечной, которая снесет всех. Вот это главное. Понимаете? Владимир, спасибо большое. Спасибо за участие в нашей передаче. Мы возвращаемся к разговору здесь в студии. Вот, знаете, особенностью этого Майдана было то, что... Я прошу прощения. Секундочку, у нас не так много времени осталось. Господа, у нас есть люди, которые еще ни слова не сказали. Можно один вопрос, Мустафин? Есть снова включение Майдана. Да, давайте используем эту техническую возможность. Мы должны отпустить нашего корреспондента. Сергей Кудимов с нами на связи. Сереж, здравствуй. Что там? Вот интересно, люди рассасываются или наоборот прибывают на Майдан? И ты же, наверное, наверняка общался с простыми людьми, которые и год назад стояли, о чем они говорят сегодня. Добрый вечер. На самом-то деле, со времени нашего последнего включения на Майдане значительно меньше стало людей, активистов. То есть, если час назад еще здесь было несколько тысяч человек, то сейчас, несколько сотен. Событие, которое произошло за это время, в какой-то момент Майдан разделился на две части. Прямо на Крещатике подъехало несколько автомобилей автомайдана, на одном из которых была установлена импровизированная сцена, и какое-то время там происходил, свой Майдан, к ним подошло несколько сотен человек. Автомайдановцы сказали, что их предали, что они хотели выступить здесь, возле стелы, но им просто не дали слова, и поэтому, они провели свой импровизированный Майдан. Продолжаются выступления, выступают активисты, выступают артисты. Тут были и иностранные гости, в частности, депутаты польского Сейма, один из которых сказал, что Майдан Украина показал, что являются сердцем Европы, и Европа не должна забывать о своем сердце. Что говорят простые люди? Они пришли сюда, чтобы вспомнить, как это все начиналось. Они верят, что все-таки Майдан добьется тех целей, которые ставил перед собой. Студия. Спасибо, Сереж. Спасибо, Сергей, за работу. Давайте дадим слово Ивану Сидорову. Сегодня у нас работает на Майдане. Я обещал еще один. Иван Яковина. Хорошо. А затем пообщаемся с Иваном Сидоровым.
Да, Иван Михайлович, да, вот характерно сейчас мы увидели сюжет о том, что разделился Майдан, и слушая ваши разговоры, вот уже людей без пяти минут депутатов, которые вроде бы состоят в одной коалиции и даже в одном блоке, как вы между собой спорите, причем ожесточенно спорите, без скидок на то, что вы союзники, да, вы одна команда, по сути дела. У меня такой вопрос, есть ли в этом коалиционном соглашении какая-то страховка, гарантия того, что не повторится 2005 год, Люби Друзи и драка между президентом его командой и премьером его команды? Слушайте, это не может... Потому что мы видим, как сейчас прямо на Майдане люди уже как-то делятся. Слушайте, давайте не будем манипулировать этими вещами. Ну, при чем тут то, что люди на Майдане, действительно кто-то обиделся и что-то произошло с тем, что происходит там? Это первое. Второе. Ни один документ, ни один не упреждает от человеческой глупости, несознательности, ошибок и так далее. Если мы хотим простой жизни... Так заложено или не заложено? Если мы хотим простой жизни, то мы можем, конечно, написать, ну, давайте не ссориться. Ну давайте напишем. Скажите, если бы я вам сказал, знаете, у нас в документе написано, не ссоримся, вы бы поверили мне? Ну нет. Поэтому давайте не говорить вот таких, вот это правильно, наверное, надо как-то это закладывать. А спросить можно? Это спросить просто можно, страшно. Но еще раз. Это же очень большая опасность. Это невозможно. Это есть очень другие опасность. Механизмы, которые позволяют контролировать правительство при выполнении соглашения. Вот это, мне кажется, важнее. Что если мы ссоримся, то мы ссоримся на конкретных пунктах. Что вот здесь это не сделано, вот дедлайн, вот этот человек за это отвечает, и он несет ответственность. Вот это есть. То есть можно надеяться, что, скорее всего, по крайней мере, не повторится подобная история? Давайте не надеяться, давайте посмотрим, как будет. Хотя я вам пообещал, что я не буду этого делать. Ну, хотя бы какую-то надежду. Я уже много раз слышал, как обещают, а потом не помню. Я этого делать не буду. Мустафа, первое. Я, Дина, вот обращаюсь к вашем лице. Я не туда сел. Тихо, туда. Все нормально. На самом деле, вот так. Мустафа сегодня символ. Ты символ. Фактически Мустафа является засланным казачком от общества. В этом серпентарии, условно говоря, понимаете? Да. Но по большому счету это так. Вы понимаете, я вот лично имел возможность общаться с большим количеством очень серьезных дядек. Когда с ними общаешься вне рады, ну вы же сами, это, они нормальные. Но там им пороблено, вот там, понимаете? Если бы эту раду куда-нибудь в другое место, вот было бы намного лучше. Почему я все это говорю? Потому что, что бы очень хотелось, чтобы как только там начнутся нарушения, вот эти коррупции, вот эти договоренности, вы должны нас информировать, общество. Вот это то, что вы ведь можете пообещать. Смотрите, у меня есть одно качество плохое для политика, я журналист бывший. Поэтому... Это надо изживать. Нет, в себе, мы так, на самом деле тут уже это заметили. Но хорошее для общества, поэтому... Поймите, а у меня ничего, кроме моей репутации и веры вот таких людей, как вы, что я это сделаю, нет. Ну, правда, ничего нет. Вы поймите, нет. Смотрите. Да, слушайте, вот вы же задали вопрос, да? Вот. Поэтому, конечно, если я это буду видеть, не если, а я буду стараться это видеть, находить, да? И делать это, знаете, раньше, чем потом, когда я уйду и скажу, вы знаете, вам рассказать, как у нас было сейчас, я не помню, кто говорил, вам рассказать, как это было? Нет. Когда это будет происходить, тогда я будем рассказывать. Более того... Это единственный способ нам сохраниться там. Это единственный способ нам сохранить ваше доверие. В момент, когда это происходит, вы хотите говорить, смотрите, вот мы так не хотим, это неправильно. Поэтому вот такие люди, как наш коллега из Батьковщины, наш коллега из Блока, мы должны быть вместе. Это мы не спорим, мы разговариваем. Вот для этого мы должны быть вместе. Ничего, чтобы мы вместе с вами выходили и рассказывали, что там плохо. Чтобы люди приходили под раду и заставляли их делать лучше. Мы вдвоем ничего не сделаем. У нас должно быть 10, 20, 30. Вот это работать будет. Вот это я вам обещаю. Поэтому вы должны, то, что мы от вас ждем. Я хочу озвучить то, что мы от вас ждем, чтобы вы это понимали. Мы ждем, чтобы вы поняли, что на сегодня все политические силы, которые пришли в Раду, все, кто пришли, пришли потому, что у них есть деньги. Не было бы денег, они бы туда не попали. Вы люди, которые должны за вот это ваше время там собрать людей, готовых идти в Раду не на материальных ресурсах, а на гуманитарных ценностях, чтобы нормальные люди захотели быть с вами. Все люди пришли в Раду за деньги. Тоже не надо передергивать. Очень многие, наоборот, появились в этой Раде. Денег не имеют никаких по нашим законам, которые надо менять. Без денег вы в Раду не попадете в составе партии. Партии только за деньги. И ничего не сделаете. Давайте я переведу, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что все люди, которые пошли от Майдана в парламент, должны объединиться там
и создать политические силы. Не от Майдана, не от Майдана. Адекватные люди. Адекват, конечно, создать гуманитарную силу. Скажите мне, пожалуйста, вот вы видите у меня какое-то сопротивление этому. Не надо мне доказывать, это десятый раз. Я согласен вам просьбу общества. Более того, это то, о чем мы говорили еще до того, как мы пришли в парламент. С этого мы начинали. Только объединившись, мы сможем себя сохранить в рамках этой системы, чтобы потом же поменять что-то. Хорошо, а вот у меня вопрос к отцу Игорю. Отец Игорь Яцев, я хочу просто представить, он представитель Украинской греко-католической церкви, ну или пресс-секретарь, как можно сказать. Мы специально пригласили его, как и, кстати, вот другую, значит, известного человека, причастного к религии, звонаря Игоря Сидора, который, Ивана Сидора, который поднял тогда людей еще в декабре, когда впервые за много веков зазвонили колокола Михайловского собора. Вот скажите, пожалуйста, отец Игорь, а вот на ваш взгляд, вот что нужно сделать? Вы как пастырь духовный, там, скажите, что нужно сделать для того, чтобы вот люди смогли договариваться, слышать друг друга, понимать, находить общий язык? Ну, перше, що думаю, що потрібно нам пам'ятати кожного разу, що відбулося в Україні, або що розпочалося ось рік тому практично. Тобто розпочалась не просто революція, зміна одних еліт на інші, але ми називаємо її і оправдано називаємо революція гідності. Тобто відбулася зміна, внутрішня зміна, не зовнішній. Всі ті речі походять з серця людини. Якщо в людини в серці мир, відповідно, назовні вона демонструє цей мир і цей мир будує. Отже, в Україні відбулася революція гідності. І для того, щоб ми могли один одного слухати, діалогувати, шукати порозуміння, шанувати, любити і так далі, ми маємо просто осмислити собі і змінити самих себе в першу чергу. Тобто ми хочемо сьогодні швидких змін. Ось рік минув, а нічого не змінилось, того не змінилось, того не змінилось, того не змінилось. А запитаємо самі себе, а ми наскільки позитивно змінились за цей рік? Ну, наприклад, якщо ми йшли на червоне світло на пішохідному переході, що ми сьогодні зупиняємось і пропускаємо транспорт, і дотримуємось правил дорожнього руху. Або інші речі. Чи ми сьогодні менше робимо пакостей один одному, в духовному розумінні кажучи, чи ми сьогодні менше грішимо, аніж рік тому. Звісно, вимагати від когось, будь-хто, там, президента, прем'єра, політиків, ось ви маєте бути такі. Добре, а я який? Наскільки я змінився за цей час? Наскільки ця революція, ця кров, яку ці наші діти пролили на Майдані, впливає сьогодні на мене на те, що я от минулого року легко би зробив цей гріх, але сьогодні стримуюсь, тому що я пам'ятаю, якою ціною досягнена сьогоднішній стан нашої країни. І я тому би хотів, щоб ми звернули на це увагу, на духовну складову цієї революції. Бо не йшлося тільки, щоб один президент змінився на іншого, але йшлося про те, що люди мають змінитися. І це стається. І це є позитивом. Так ми не бачимо змін в питаннях економічних, інших. Але те, що суспільство стало інакшим, це 100%. І ми маємо це зауважувати, бо це є важлива основа для того, щоб ми рухались далі. Сьогодні це не стається так стрімко, і зміни мають бути досягнуті пізніше, але ми маємо над тим працювати. Але перше починаючи від самих себе і не чекаючи тільки змін у середовищі політичних еліт. А от Івана Сидора хочу теж спросити. От Іван, нет у вас розчарування? Подождите, не к вам обращаюсь. Я вас прошу. Ну, пожалуйста. Ви знаєте, я найперше хочу подякувати за запрошення. І я завжди бачу подібні ток-шоу чи шоу по телебаченню і думаю, що сценарій наперед написаний. Зараз я можу сказати з впевненістю... Я вже 15 разів вам слово не можу дати. Ви живете, що це дійсно все щиро і по-справжньому. Тому дозвольте говорити так, як я вважаю і так, як я хочу сказати. Найперше, це те, що Майдан дійсно змінив людей. І багато людей не те, що почали вірити в Бога, вони почали вірити в Нього більше. І після цих дзвонів мені часто телефонували люди, і навіть серед них були атеїсти, які казали, дякую вам за те, що повернули віру в Бога. Найбільший подарок для священнослужителя, мабуть, це є дати невіруючій людині цю віру. Це по-перше.
Друге – це те, що багато людей усвідомили, що нам потрібно в Україні мати єдину церкву. Тому що в єдності сила і саме молитва Майдану, вона була вислухана Богом, тому що молилися всі. І протестанти, і православні, і навіть мусульмани. І ця молитва об'єднала їх, тому Майдан вистояв. І тому ця єдність нам потрібна, особливо нашій церкві, оскільки Україна, мабуть, найдуховніша держава в світі. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх зі святом, оскільки сьогодні, 21 листопада, ми святкуємо свято архістратига Божого Михаїла, покровителя Києва. Покровителя, небесного покровителя Києва і сам Михайлівський Золотоверхий монастир, і збудований в честь цього архангела. І дивіться, не випадково, що саме революція, цей Майдан розпочався в цей день, коли святкуємо свято архістратига Михаїла. А архістратиг Михаїл чим нам запам'ятався? Чим є відомий? Тим, що саме він скинув диницю з неба. Тобто добро перемогло зло. І люди, коли втікали з Майдану, не побігли не до міліції, не до лікарні, а побігли в монастир Михайлівський під покров святого архістратига Божого Михаїла. Тому дуже хочеться, щоб наші люди не падали духом. Я хочу запевнити всіх, я це відчуваю, що ми на правильній дорозі. І не може бути все зроблено за один рік. Ми тут сперечаємось, добре, погано, немає зрушень в економіці чи в політиці. Ви знаєте, ми на правильній дорозі, а що потрібно робити для всіх? Це найпростіше. У всіх, у серці йде боротьба добра зі злом, Бога і диявола. Це Достоєвський навіть про це говорив. І поле цієї битви – серце людське. І коли ми будемо боротися до останніх своїх днів зі злом, ось тоді буде толк в нашій державі, і буде толк в сім'ї, і буде порядок навіть в світі. Спасибо. Спасибо і вам. Спасибо. Господа, у нас совсем буквально там пару минут остається. Я хотів би... Знаєте, з великою повагою до вас, пане Євген, але коли принижується військова форма деякими особами, то я хочу сказати... Я військовозобов'язаний Збройних сил України, навіть не доброволець. Я інвалідом пішов на фронт, інвалідом третьої групи, для того, щоб боронити їх, ви ж Україну. Депутат, ви ж депутат уже. Я ще військовозобов'язаний, а не звільнений. І позавчора приїхав з Дебальцевого, де був тиждень. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, захищати народ України і цих дітей. На відміну від тих засранців, які ховаються за своїх дітей. Олег, зрозуміли? Ми вас услышали. Якщо ви хочете. Олег, повірте мені. Всего лишь ограничены во времени, а не вас услышать. Если вы хотите разбудить у нас військову жорсткість, поверьте, это закінчиться тем, что вы своих палаців переселите в каналізації, а туда поселите. Олег, спасибо. Олег, мы вас услышали, спасибо. Давайте дадим слово вашему тезке теперь. А чистите громадські туалеты. Спасибо. Давайте дадим теперь слово вашему тезке все-таки. К нам присоединился Олег Мусин. И такие у нас депутаты тоже были. Да, да. Доброго вечора усім. Я насправді можу сказати, що я змінився за цей час, який пройшов після Майдану, в тому числі. Ви це... Ну, ви так от непростой прожили. Ви Олег Мусій. Олег Мусій. Я не встиг міністр... просто представити чоловіка, який взяв зараз слово. Олег Мусій. Я думаю, в недавнім прошлом, недовгое время, по сути, он был министром здравоохранения. Не, ну, насправді, насправді я ним ще залишаюся. А юридично, так. Извините, извините, да. Важное уточнение. Но самое главное, что Олег Мусиев организовал медицинскую службу на Майдане. Так, і я... Извините, у нас дуже мало времени. Так, я думаю, що ми повинні робити позитивні прецеденти для суспільства. І я також деяку лепту невеличку зробив для того, щоб зробити позитивний прецедент для суспільства, яким живе західний світ, до якого ми йшли на самому початку, а потім Янукович перервав цей шлях, після чого постав Євромайдан. Це насправді, коли найвищі посадові особи держави за якісь незаконні рішення можуть, до них можна подати в суд. Вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Вони мають нести і бути одинаковими, такими, як ми усі разом. І не має бути розділення на депутат, значить недоторканний, чи якийсь правитель, чи прем'єр-міністр, чи хто. Ну от горжуся тим, що вперше в історії незалежної України міністр судиться з прем'єр-міністром України. Думаю, що це насправді є позитивним. І кожен, хто може бути постраждалим і вважає себе таким, він може судитися з прем'єр-міністром. Нічого тут поганого в цьому немає. Я думаю, що...
ця медична служба, за яку я відповідав на Майдані, вона повернула за три тижні. Господа, простите, Олег, но хронометраж программы – это вещь такая. Я очень извиняюсь перед теми, кто не смог сегодня высказаться, но, извините, это прямой эфир. Спасибо. До встречи через неделю.